Это абсолютно точно самая зараженная квартира во всей России. Ну, я имею в виду новостройка. В новостройках. Видели какое-нибудь такое? Вещей-то не так много. Не такая захламленная квартира, но клопов, как вы видите, яйца лежат прямо на одежде человека. Самое интересное, в этой квартире вызвали соседи, потому что они просто замучились к себе клопов приносить из подъезда. То есть, как только открывается входная дверь этой квартиры, все клопы устремляются в общий коридор. И все ходят там с колясками, там еще с чем-то, и просто на себе приносят к себе домой клопов именно из этой квартиры. Как думаете, можно такой диван спасти? Сейчас надо собраться с мыслями и вывести с этой квартиры клопов. После обработки туман уже практически осел. Я, наверное, тут больше часа потратил на затуманивание этой всей квартиры. Давайте смотреть результаты. Так вообще, конечно, ну все дохлые, как бы. Все дохлые клопы. Ну, я, по крайней мере, не вижу пока никакого движения. Зацените вообще масштаб заражения. Какой-то ужас. Вообще, конечно, огромная благодарность соседям, которые вызвали и оплатили услугу за человека, который тут живет. И, ну, знаете, не надо спрашивать в комментариях, каким мы препаратом обработали. Ну, не могу я вам сказать, каким мы обработали препаратом, потому что я пришел в эту квартиру, и я выбрал препарат, который нужен в данный момент для такой квартиры. Если я вам назову препарат, в вашей квартире он не факт, что вообще сработает. Вот, поэтому я обычно выбираю препарат из практики, из опыта. Вот. Мне совсем не жалко назвать препарат, но опять же посыпятся комментарии, что он не работает, а у нас не работает, что вы нам рекомендуете. Поэтому мы больше не рекомендуем препараты. Самое интересное, что эта квартира в новостройке. То есть, знаете, это новые дома. Тут видите, какой шикарный ремонт. Тут все чистое, как бы. Все, ну,
не знаю, как объяснить. Просто человек тут запустил грязные квартиры. А так ремонт-то новенький. То есть видно, что новые дома. И вот такое заражение. Максимально серьезное. Ну, смотрите, вытяжки. Вот это ванна. Вытяжка открыта. Далее смотрим. Ну, туалет там, естественно, все открыто. Вообще даже не буду показывать. Тут тоже кухня. Вытяжка открыта. Запросто клопы ходят вообще из одной квартиры в другую.